Игра начинается. Сколько? Вот у меня сейчас 5-5, 4, 3, 2, 1. Старт. Сейчас у нас стрим. Старт, да. Так, Спаркс прикольно начал, взял ред, сейчас пойдет, возьмет желтый и рельсу, скорее всего. Будет он за рельсой? Да, прыгает за рельсой. Хорош. Стандартный размен, что прикольно. Да, да. Один взял желтый мигу, другой взял желтый и ред. Один взял шарф, другой взял роял. Все честно. Сейчас начинают ребята тариться волынами. Не, война за ред, естественно. Вот, прозак опоздал. Но напихал пару ракет. Товарищи складно лодят. И вот тут сейчас Спаркс будет драться за мегу. Вот самый интересный момент, у меня пошли провал, понятные квадратики. Провал, прозак и фраг. Вообще провал, страшно. Обидно, да, промазал. Сейчас снова еще один ред. Спаркс спешит, занимает повыше позицию. Отлично. Грамотно. Прозак на понтах побежал, мне кажется. Сейчас на желтом надо ловить. Да, хорош, подловил. Падла, падла, отловил. Вот, пришел ловить на второй желтый, но Рокет его выкидывает в портал. Ой, в лоб ракета! Еще одна ракета нужна. Ой-ой-ой, ты что? 20 в сумме остается у него хп. 16 хп, 4 армора. Побежал на мегу. Сейчас мегу надо на меге что-то делать. Нет, не успел. Прозак. Он, видимо, ред забирал. Получает контрольный Рокет, маленький такой. Прозак, 83, 200 на 130, короче. Ой, 100 на 130, че 200. Аккуратно крадется. Сейчас на... Спионерил Ред неожиданно. Да, и все контрольки, смотри, увернулся от всего. Ничего пока не съел. Решается атаковать, он Спаркса, тот с рельсы неудачно выстрелил, но вот ракета... Принципиально не стреляет. Страх, ой, хорош, как обхитрил. Ты видел, как грамотно использовал преимущество? Нет, не видел. Я не знаю. Он просто очень... Ну, не знаю, по-моему, Спаркс ошибся, стреляя с лисы. Как-то не так получилось. Но сейчас... Не, нормально, Прозак тоже второй фраг сделал. И пока... Ну, рано, наверное, говорить о лидерстве, да, потому что вот тут лес такой, который... Ой-ой-ой, как обидно, снял прямо с миги Прозака. Ну вот о чем я и говорю. Да. Со спины! Вот это провал! Вообще, Спаркс ошибся. Вообще. Походу не слушал. Или Прозак так затаился за столбом. Ну а как он мог слушать, если Прозак затаился за столбом? Я сказал или. Или Прозак затаился, или просто не слушал. Ладно. Слушайте внимательнее перед тем, как наезжать. Вы через Clive TV смотрите, а то что-то мне не плашет. А скинь ссылку, пожалуйста. И вообще надо ее на Good Game запостить. Тут просто какая-то ссылка, я не знаю, не такая у них. Нет. Да мне она вообще просто не открывает. Ссылка не работает. Ну ты ж как-то смотрел с нами игру-то. Ну вот я смотрел, обновил и все, теперь я не смотрю. Да, мощно получилось. Господин Колганов, а что вы думаете о... Да. Не знаю, о хороших картах. Вот вы тут изъявили, что Т7 и хаб это не очень карты. Почему? Я наоборот сказал, что хаб хорошая карта. Да? Мне нравится Т7 и Battleforge. Опять что-то там, да. Да. Хорошая карта из новых, Т9, наверное, я не знаю даже, почему ее убрали. Потому что мне Т9 не нравится. Не знаю, по-моему, хорошая карта. Наверное, они не хотят, чтобы кулер выиграл. Потом еще какой-то. Они не хотят, чтобы кулер выиграл. Убрали ДМ6 109, две самые сильные его карты. Да, потом еще хетрик какой-то там был. Тоже нормальный прантик. Почему вот эти карты не поставят, непонятно. Хетрик, франтик. Не знаю, я думаю, все преобразуется попозже. Потому что франтик. Я думаю, сейчас как раз вот атаки там будут. Потому что франтик из PX4, я думаю, поэтому. Потому что все равно, что ее оптимизировали под Q3. Ой, под Q-Life. Да, оптимизировали, но они-то, видишь, они используют только кутричные мапы. Ну, посмотрим, что они там придумают. Мега свободно, мега лежит, Прозак забирает мегу и разменялся на красный со Спарксом. В общем, очень пока валидольная игра идет, потому что контроль... Кто там лидирует сейчас? Да никто не лидирует. 3-3.
по идее. Да, 3-3 счет, и контроль тоже приблизительно в одинаково. Вот сейчас желтый лежит, кто его съест, тот будет по Атожине. Да, забирает его Спаркс. Сейчас как Да, выруливать? Да, но красный Реда как... берет прозак. А, вот это фейл был с его стороны. Он получает две ракеты в 68 хп. Попадает в рельсу. Резкую такую. Сейчас на Прозак очень миди. любит спамить, как я заметил. Ой, ты Хорош. что, красота вообще. Просто красота. Выполнение прозака. Ну, с плазмой, я думаю, тут много не поймать. Спарксу. По минимуму просто получит дэмэджи. Вот. Ну, тут он урокет. Вот здесь, может, уже зря бежит. Прозак, ну что ж ты, ну... Наткнулся, да, конечно, тупо. Ожидаемо было. Ой, в лоб. Спаркс Погнался, поцеловал ракету опять. все-таки Спарк за легким фрагом. Как ему казалось. На мигу интересно, оба не пошли. Ой! Кто заберет ряд? Прозак! Все, Если бы сливает. запомнил, было бы вообще здорово. Не, выиграет P4. За 3, Но я за думаю, он 3 выиграет писа. сейчас вот это и потом следующий затащит. У него там прилив сил. Второе Не, у дыхание. него просто волшебная повязочка есть. Да. У него волшебный бинт есть, keep it sexy. Тоже, как вариант. Вот сейчас и Ред только не потерять бы. Вот. Оп, фейл. Очень мало хитпоинтов. На Напихали, нервах. На напихал. нервах, да. Еще не все. Не все. Рано Да, вы конечно, все еще далеко похоронили не все, Спаркса. один фраг, все разница. Вот сейчас еще на средней дистанции с Рокетом не поборешься. Хотя он, в принципе, тоже много дэмэджа не нанес пока что. Ой-ой-ой. Вот уже нормально, да, вот так. И Мега, и Ред, ну, разменялись снова по девайсам. А, рельсы-то нет. Интересно, если бы ту ракету бы Спаркс попал, он сильно бы обрадовался. Не думаю. Ну ты видел, какой он ракету пустил туда? Ну На да, когда ну куда он... как бы. Мне кажется, если бы он попал в эту ракету, было Я бы имею в очень виду, неплохо. не думаю, чтобы он попал. А, Да. ну это да, конечно. Костя, у тебя там все работает или все еще? Да, вот в том-то и дело, что у меня ничего не работает. Печалька. Я ссылку Как-то кинул, или она странно. тоже не работает? Да я же тебе говорю, не работает. Ошибка, ссылки не работают. Вот что мне Попробуем, пишет. может, ребутнуть либо браузер, либо комп, как вариант. Да, навряд ли это поможет. Ну, смотри сам. Ред за прозаком. Ну, хотя давайте сейчас перезагружусь. Давай. Давай. Проверну. Сразу какой-то... Алло, Дженни, ты тут? Нет. Окей, ну просто ты что-то замолчал резко так. Я Ой, хорош продолжительное фраг. время молчал. Фраг от прозака 2 минуты до конца должен тащить. Тащи! Я аж соком подавился, что-то закричал-то. Ой, сейчас очень сильно отоженный прозак пойдет драться. Вот это парень попался, конечно, на джампазе. Повезло ему, что он второй раз на джампад не попал. А то так бы сейчас его наш швед бы наказал. За такое легкомыслие. Наш швед? Ну, ты же говорил, что прозак швед. Ну, почему наш? Ой, так вырезался. Мы ж вроде за него как болеем, не знаю. Я болею за игру. Ну вот, если выиграет Прозак, то будет игра, понимаешь? Ой, 8-6. Ой, хорош. Еще один Видимо, рельса. просто Прозак не вошел во вкус хаба. Еще один рельса. Хоть прозак. И ред за товарищем Метафорами, давай! Пермский. Нет, не подобрал. Ты плохой этот поэт. Что? А, хорошо. Ну, у меня было парочку крепких слов, но я решил их не использовать. Так, ну все, наверное, да, это игра за Прозаком. И мы сейчас посмотрим третью. Интересно, какая это будет. ЗТМ, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, вот будет интересно посмотреть. А, написал, Frozen написал, убрали все рейл карты. А, хоти...
Не разобрался еще. А, что этот, типа СНИ решил убрать все рейл-карты и оставить только рокет-карты. Так. Да, затянет сейчас будет. ЕГГ стрим лагает. Ну да, вот на куконовском.